Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stream в черном цвете 2012 года без пробега по РФ. На бензиновом двигателе объемом 1,8 литра, мощностью 140 лошадиных сил. АКПП, передний привод на автомобиле у нас имеет спойлер, камера заднего вида, хорошая резина, литые диски. Повторители в зеркалах, пробег автомобиля 159 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный салон. Чистый, ухоженный, тканевый, три ряда сидений. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев переднего, подогрев заднего стекла. Электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 82, 92, 88, 85. 90, 103, 79, 83, 83, 83, 136. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.